все тут опрашивают. Вот это такое, наверное, без табличек. Ну ладно, резмерно общее понятие, вот, значит, сказать, частных признаков, обязательных признаков деяния составного статьи 290 части 5, на мой взгляд, он может быть субъективным, в постановлении о возбуждении уголовного дела не приведено. Вот. Я просто, так сказать, обращаю на это внимание хотя бы с точки зрения формальной, потому что это процессуальный документ, который порождает определенные последствия, так сказать, и вот с ним может спорить, он может критиковать в стороне защиты, в частности. Ну, спасибо. Примерно так.